Добрый день! Сегодня мне хотелось бы показать вам замечательную виллу, которая сдается на длительный срок. Она находится в Финистрате в районе Сьерра-Кортина и имеет 3 спальни, 3 ванные комнаты, собственный бассейн и несколько замечательных просторных террас. Ну что ж, давайте посмотрим. Мы находимся на участке, примерно 500 квадратных метров. Что мы имеем? Натуральный газон, очень важно. Деревья, пальмы, бонзай. И наш бассейн около 10 метров в длину, достаточно просторный. И терраса с обеденной зоной. Ну что ж, пойдемте внутрь, посмотрим сам дом. Мы находимся в нашей гостиной. Она достаточно просторная, имеет 2 зоны. Лаунж-зона, обеденная зона. Хочу обратить внимание на мебель. Это мебель высокого качества, сделанная специально под заказ именно для этого дома. Стол мы можем его использовать как для 4 человек, так и для 6. Он у нас раскладывается. Соответственно, стульчики тоже дополнительно имеются. И отсюда мы можем выйти на террасу к бассейну. Кухня. Кухня встроена, и она у нас соединена с салоном. Здесь мы имеем все необходимые электроприборы, плита, вытяжка, посудомоечная машина, холодильник, специальный холодильник для вина, для напитков. И, в общем, все, чтобы вы здесь чувствовали себя очень комфортно. И давайте посмотрим вторую часть этого этажа. Здесь мы имеем кладовку. Здесь находится в этой кладовке стиральная машина, по левую руку ванная с душевой кабиной и 1 спальня. Здесь мы имеем встроенный шкаф, 1-спальную кровать, которая может быть превращена в 2-спальную. Эта кровать раскладывается, и рабочая зона. То есть вы можете ее использовать как кабинет, так и как спальню. А сейчас давайте поднимемся наверх и посмотрим 2 основные спальни. Мы поднялись на 2-й этаж. Здесь мы имеем 2 большие спальни. Очень важно, дом оснащен центральным кондиционированием воздуха, который работает на тепло и холод. И он работает на 2 зоны по отдельности, нижний и верхний этаж. А также весь дом оснащен подогревом пола. Проходим в 1-ю спальню. Здесь у нас 2 кровати, ванная комната с душевой кабиной и, очень важно для женщин, гардероб. Отсюда мы выходим на общую со 2-й спальни террасу. Терраса у нас оснащена необходимой мебелью. Обратите внимание на прекрасные виды, на море, на пляж Поньенте. Здесь пока идут строительные работы, но они уже скоро заканчиваются, и кран будет демонтирован. И отсюда мы можем попасть в нашу 2-ю спальню. Во 2-й спальне у нас имеется 2 кровати, встроенный шкаф и собственная ванная комната с душевой кабиной. Подведем итоги. Мы с вами только что посмотрели великолепнейшую, абсолютно новую виллу, которая сдается в длительную аренду. Она находится в Финистрате, в районе Сьерра-Кортина. Это привилегированный район Финистрата. И она имеет 3 спальни, 3 ванные комнаты, гостиную и 2 террасы. Полностью оборудованная мебелью, посудой. Все, что нужно для комфортного проживания. Она сдается только на длительный срок. Стоимость аренды в месяц 4500 евро. Если у вас возникли какие-то дополнительные вопросы, на экране вы видите мой телефон. Звоните или пишите мне. Буду рада ответить на ваши вопросы и организовать показ. До новых встреч!